Попробуем поменять времени позже. О, наконец-то. Отлично. Добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию уроков по книге, по статье Раввакука «Служение Всевышнему». Мы подходим уже к концу. Мы сейчас начались проблемы с переводом некоторые. Поэтому кусочек на сегодня он не очень большой, не то, что я успел, но он интересный и важный. И он немножко также охватывает общую систему, как бы общее мировоззрение Рава. Так что давайте начнем, немножко вспомним, о чем мы учили на прошлом уроке, и подвигаемся вперед. Сегодня тоже, как на прошлом уроке, у нас будет иврит и русский один напротив другого. Значит, на прошлом уроке мы намеками начали говорить про теорию эволюции, но больше и более открыто было сказано про вообще развитие науки, развития общества, и мы обсуждали развитие эволюционное и развитие революционное, что есть постепенное продвижение и скачки. И теперь мы продвигаемся вперед, и Рав нам сейчас скажет, как вообще он относится к развитию науки. И что он ожидает также от нас. Извиняюсь за корявый перевод. Кто-то, если может помочь, то я буду только рад. В данный момент это подправлено немножко, но то, что успел, Google Translate. Такие вещи будут напоминать нам об уроке, которые нам сейчас нужно выучить и расширить, о том, что те все вещи о познании мира и изучении мудростей, которые исходят, в частности, из новых гипотез, если они подтвердятся реальностью и более прояснятся, то они не только не принесут ослабления и сердечного смятения положения Торы живого Бога, Торы истинно и вечно, посаженная внутри нас, а напротив, именно через них возвысится и возвеличится божественный свет, который сияет от света Израиля, растет и восходит с помощью брожения идей, которые вокруг них, таким образом, что без этого было бы понятно только немногим избранным. То есть сразу однозначно говорить о развитии науки. Мы обсуждаем какие-то гипотезы, которые во время Рава появились, и еще не было абсолютно понятно,
гипотеза или это теория. Рав здесь предлагает общий подход, который заключается в том, что они, то есть, что произошло? На волне развития науки пошла как бы большое влияние против Тора. И действительно, как бы иудаизм и другие религии стали чувствовать, как бы стали в оборонительной ситуации, стали защищаться, стали как бы такой. И общее отношение к науке и к просвещению, оно было подозрительно и отрицательно. Рав говорит, на самом-то деле, если посмотреть вглубь, в корень, то нам тут будет только польза. Теперь польза, она принципиальная. Это не только то, что вот там вот. Мы это самое как-то, мы вот окажемся это самое, правы, как всегда, и даже наука докажет нашу правоту. Нет. Более того, с помощью распространения научных идей мы сможем распространить идеи, которые без развития науки были бы доступны только избранным мудрецам. Рав здесь, конечно, говорит про Каббалу. То есть он считает, что развитие науки и новых идей, которые появляются через развитие науки, оно помогает нам очистить нашу веру, конечно, отслоить то, что не коренное, а наслоенное, и не обязательно должно быть. Но гораздо больше оно поможет нам подняться на уровень, который без этого был доступен только мудрецам или каббалистам. То есть получается, что наука нам не только нужна, не только помогает, а это тот рычаг, с помощью которого мы можем взойти на уровень служения Богу на высший этаж. Без чего это было бы сделать очень сложно или даже вообще невозможно. Давайте еще раз прочитаем этот первый абзац, потом мы остановимся. Потому что сами у нас на сегодня только два абзаца, но они, с моей точки зрения, очень важны. Такие вещи будут напоминать нам об уроке, который нам сейчас нужно выучить и расширить. О том, что все те вещи о познании мира и изучении мудрости, которые исходят, в частности, из новых гипотез, если они подтвердятся реальностью, более прояснятся, то они не только не принесут ослабления и сердечного смятения положению Торы живого Бога, Торы истинной и вечной, посаженная внутри нас, а напротив, именно через них, через этих теорий и гипотезы научных, да, возвысится и возвеличится божественный свет, который сияет от света Израиля, растет и восходит. С помощью чего этот свет растет и восходит? С помощью брожения идей вокруг них. То, что начинаются прояснения идей снаружи, а в том числе и внутри иудаизма. Это не только не... То есть, конечно, в какой-то, ну, в локальной точке это может быть плохо, кто-то там решит сбросить кипу. А с общей точки зрения это отлично. С помощью брожения идей вокруг них. Таким образом, что без этого было бы понятно только немногим избранным. У нас теперь идеи, которые бродят, развиваются. Что Рав говорит? Говорит, ой, как хорошо, как здорово. Эти идеи, я с ними знаком из Каббалы. Только я их не мог обсуждать с людьми на улице. А только вот с моим другом Равом X и другим другом Равом Y. Потому что остальные совершенно не могли это понять, и мне с чем это было сравнить. И я не мог это с ними обсуждать, это было тайной. А сегодня, в связи с тем, что есть происходит брожение идей, и появляются новые идеи, это нам очень помогает. Да? Не только, что нам не мешает, а нам очень сильно помогает в распространении наших идей внутренних.
А то, что, это вот здесь уже не написано, а то, что вроде бы эти идеи, они как бы противоречат Торе, как с этим мы разберемся, это ерунда, это не сложно. Но Рав, как бы он радуется этим идеям, которых как бы большинство опасаются. Как мы намекали раньше, и здесь в очередной раз, одна из таких идей – это, конечно, теория эволюции, которую Рав приветствует. Как мы объясняли, ему неинтересно с научной точки зрения, это верная теория или нет, но было бы гораздо приятнее, если бы она оказалась верной. Потому что тогда было бы соответствие как бы нижнего мира и верхнего мира. Это всегда приятно, но не обязательно. Тем, что идеи о развитии, они проникли в мир, потому что до того идеи были или статика, идеал был статика. И идеи развития, они как бы... Было сложно их обсуждать с кем. Эти же идеи можно приложить в какой-то мере и к Всевышнему, допустим. А тем более все, что говорит Каббала про развитие, спуск миров, про исправление человечества тоже, как видится, как переселение душ. Это все упоминал, да? То есть все эти идеи развития, они были, в общем-то, в глубине. А на сегодня они наружу. Еще также многие другие. Остановимся на этом. И давайте, как вам прочелся этот абзац, это предложение, на самом деле, тут одно предложение у нас, и как вам это отозвалось. Я хотел бы послушать, и потом мы идем дальше. Ну, мне кажется, здесь речь идет, да, о каком-то конкретной атмосфере вот того времени, да, идеи, которые витают в воздухе. То есть мы можем догадаться как-то из истории о том, что мы знаем про Рава Кука, да, что было именно. Вот, а в целом, мне кажется, здесь в основном какое-то настроение имеется в виду, понятное вот его современникам. Да, и... противоречия вот именно науки и религии. Ага, спасибо, Андрей. Кто-то еще хочет что-то заметить? Попробуем теперь разворачивать свою тезу в следующем предложении. Давайте перейдем к ней. Следующее предложение. И та же подготовка очищения божественной науки возвысит общество над этим унижением малой формы поклонения Богу, облаченное в болезненное и мрачное рабство. Но не только жизнь, но даже и сама мораль страдает от этого. Потому что человек не может подняться над мелким эгоизмом к уровню высшего служения, чистого и сияющего, исходящего из глубин чистой и могущественной души, желающей все больше и больше возноситься перед лицом величия и смелости божественной воли, которые освещают путь жизни.
тут первая вот половина предложения, хочу на нее обратить внимание. И та же подготовка очищения божественной науки возвысит общество над этим унижением малой формы поклонения Богу. То есть божественная наука – это наша религия. Ей нужна подготовка, очищение. Это достигается именно брожением идей, противопоставлением религии и науки, которая, как мы сказали, как рычаг очищает и продвигает, в общем-то, религию на выше, на более высокую ступень, которая уже не может оставаться в теплом и приятном болоте внизу, а обязана подняться на более высокий уровень. То есть очень простая идея, но немножко это самое революционное, о том, что наша религия тоже нуждается в очищении и подготовке. Экшер визику. Да? И это происходит именно с помощью брожения новых идей, развития науки, и намеком здесь пролегает также оставление веры. То, что оказывается, что люди оставляют веру не потому, что они там побежали срочно за своим дурным началом, за страстями, а потому что вера оказывается не на уровне их общего развития. Так, соответственно, это все толкает веру очиститься от каких-то наносных, необязательных атрибутов, вещей и подняться, например, да, то, о чем мы обсуждаем всю нашу статью, служение на уровне раба, это что за служение? Служение эгоизма. Я боюсь получить сковородкой по голове в аду. Я очень хочу получить большую конфетку в раю. Да? Это, в конце концов, примитивный эгоизм. На этом мы строим это самое наше служение Богу как-то несерьезно, смешно. И от такого служения, в конце концов, на уровне раба страдает не только жизнь, которая становится более такая смятая, а не более мощной, но также страдает и мораль. К чему это поднимает как бы иудаизм? Да? Служение Богу. К высшему уровню. К уровню из любви. Тогда вырастет мощь служения Богу, украшенная и опоясанная героизмом служения нации. Служите Господу Богу вашему и народу его Израилю, который нуждается, здесь я уже не успел допереть, который нуждается Ротвин Швейцарихаба Тива, которая да, нуждается в своей природе в мужестве и силе. Укрепись за наш народ и за город Бога нашего. Да? То есть... Рав это упоминал, не помню, здесь или в другом месте. Мы это упоминали, допустим, по поводу тшувы. Мы это точно учили, что тшува на первом этапе делает, ослабляет человека. Его мощь жизни уменьшается. Но тшува не пришла для того, чтобы сделать человека маленьким. Это уменьшение мощи жизни. И мощь, и величие человека на первом этапе – это лекарство горькое, но его нужно принять. Но это этап. Там нельзя застрять. В конце концов, мы должны
вернуться к мощи жизни, к еще больше, чем было до тшувы. Потому что тшува не пришла для того, чтобы сделать человека праведного, но маленького. Она пришла для того, чтобы сделать человека и праведного, и великого. То же самое здесь, Рав сейчас говорит про всю, про весь иудаизм, про все служение Богу. Невозможно неправильно себе представить, невозможно себе представить, что служение Богу делает человека более мелким. А все служение на уровне раба, оно делает человека более мелким. Опять-таки, так же, как с чувой. Может быть, это обязательное лекарство, которое горько, которое нужно принять и служить Богу во время изгнания, по-другому невозможно. Хорошо, изгнание это закончилось. Продвигаться нужно вперед, нужно понять, что это не идеал, а горькое лекарство. Соответственно, нам нужно вернуться ко всей мощи жизни, одновременно с праведностью. Давайте здесь я тоже остановлюсь на пару минут. Если кто-то еще хочет что-то заметить, давайте еще скажу пару слов. То есть здесь из двух абзацев, которые мы выучили, мы видим как бы общее отношение Рава к революциям, которые он застал, которые, в общем-то, всех пугали и приводили в смятение. Это и распространение идеи социализма, и распространение идеи дарвинизма, и распространение очень многих идей, в результате которых там космология, биология и так далее. И это было вызовом религии. Рав ко всем этим идеям относится очень благосклонно. Он говорит, отлично, очень хорошо. Пришло время избавления. Нам очень нужны эти идеи, чтобы очиститься от всего мусора и поднять наше служение, наше восприятие, наше отношение с Богом, наше представление о Боге, все на уровень взрослого человека, с уровня инфантильного ребенка, раба. Поэтому это очень здорово. Да? Это вот развитие науки заставит нас очистить уже божественную науку, то есть нашу религию, от мелочных представлений, от детских представлений, от темных представлений, от представлений, которые нас уменьшают, делают маленьким. И он это воспринимает это все как-то с благословением. Понятно, что в каждой новой вещи есть проблемы. И к этим проблемам нужно относиться, нужно решать и так далее. Но общий взгляд Рава, он: ой, как здорово, что вы появились. Очень хорошо. Теперь мы будем не на самокате кататься, а у нас тут есть тот самый мотоцикл, который 200 км в час может развиваться. Ну, понятно, что нужно шлем одеть, и можно разбиться, да, по скорости, если будем ездить. Но это гораздо лучше, в общем, да? Вот это мне было важно в сегодняшнем уроке донести. Вот общее отношение Рава к тем вещам, которые он как бы застал. Во время своей жизни, как говорит Рав Шерки, Рав родился, когда большинство населения Земли было религиозными, а умер, когда большинство населения было уже светским. И это очень внесло большую сумятицу, сумбур в мысли. И одна из тактик, которая была, это была тактика оборонительная. Закрыться в гетто. Рав здесь представляет принципиально другую взгляд, и мы видим, что этот взгляд основан на его, как бы, на его знаниях, на его торе, не на, потому что вот он, как это, вот он хочет, ищет компромиссы с новым миром. Абсолютно нет.
Он видит, то есть и вообще у него подход очень простой. Если Тора правда, то никакие научные открытия не могут ее поколебать. А если они что-то могут поколебать, это значит не обязательно правда. То есть как бы все очень просто. Мы не можем, мы как народ мысли, да, об единстве Бога, не можем препятствовать мысли человечества. Наоборот. Как бы поток мысли, он всегда правильные вещи оставит, а сметет ложь. Поэтому, если наша религия верна, то бояться этого мощного потока нам абсолютно не нужно. Это тот ветер, это та вода, которая будет крутить нашу мельницу. Ну вот, как-то так. На тот текст, который у нас есть на сегодня, у меня более-менее все. Если кто-то хочет обсудить, я готов. Пожалуйста. Ширель, вас сегодня совсем не слышно. Виктория, вы что-то хотите сказать? Кто-то еще хочет что-то отнестись? Или есть о чем подумать самостоятельно? Андрей, что-то еще есть? Тогда, в общем-то, этот самый, как бы, просто текст у нас закончился. Мы уже очень скоро заканчиваем нашу статью. Осталось еще два абзаца, я их не успел доделать. На следующем уроке у нас будет то, что называется, наверное, сиюм, завершение. У нас была цепь уроков о служении Богу, о служении раба, о служении из любви, о представлении о Боге. Я еще постараюсь, не обещаю, но постараюсь еще немножко доработать перевод. Вот. В общем-то, вот так. Тогда, если никто ничего не хочет сказать, мы будем уже прощаться. Спасибо большое, Натан. Угу. Да, спасибо большое, всего хорошего. Спасибо всем присутствующим и выдержавшим такой, так сказать, маратон, не маленький, у нас уже, так сказать, 14 уроков, наверное, было. Спасибо вам всем тоже. Ну и до следующей встречи. Потом, видимо, мы вернемся к нашей книге. Был заказ по поводу Тора и науки. Я посмотрю, как я... Мне нужно к этому просто подготовиться немножко. Вот. И тоже посмотрим, как мы это сделаем. Я тоже приведу тексты или будем так в воздухе говорить. Вот. Ну хорошо. Большое всем спасибо. Добрый вечер. До свидания.